Из-за прекращения продаж смартфона Galaxy Note 7 южнокорейский концерн Samsung Electronics ожидает сокращения своей операционной прибыли более чем на 3 триллиона вон, это 3 миллиарда долларов, в течение двух кварталов, в четвертом квартале текущего года и в первом квартале 2017 года. Общие прямые убытки южнокорейского производителя электроники составят около 7 триллионов вон, более 6 миллиардов долларов. Samsung Electronics обещает внести значительные изменения в процедуру контроля качества. После публикации этого заявления акции компании на сеульской фондовой бирже выросли на 0,45%.